चरणेचे अंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते. Санджай Бали представляет. Безжалостный. В главных ролях Акшай Кумар, Мадху и Вишну Вардхан. В фильме также снимались Алокнатх, Арджун, Арун Бакши и другие. Автор сценария Дхарамвир Рам. Композитор Ану Малик. Продюсеры Лакеш Бали и Кейси Кхана. Режиссер Сикандер Бхарти. Отец! Мама! Мама, я прошел. Я прошел. Поздравляю, сынок, солнце мое. Отец, я сдал экзамен. Будь счастлив всегда, сынок. Заработаешь много денег и станешь известным. Твой диплом — это гордость всей семьи. Брат, брат, что случилось? Я прошел. Поздравляю, брат. У меня лучший результат. Неужели? Да, да. Я знаю, что кто-то должен быть лучшим, но если бы кто-то и стал им, мой брат и его бы превзошел. Эй, Мохан, смотри, кто пришел. Брат Мохан. У меня лучший результат. Великолепно. Рави, это надо отметить. Устроим вечеринку. Да, согласен. Ваша мать меня ущипнула. Когда я это делала? Она хочет поблагодарить тебя. Оставь мою руку. Видишь, перед тем, как она хочет вырваться и убежать... Что за глупости? Она хочет сказать спасибо, потому что, хотя она неграмотная, у нее 3 замечательных сына. Я их только родила. Да. А кто сделал их образованными? Я сделал. Я хотел, чтобы Викрам стал доктором. И он стал хирургом. Я хотел, чтобы Мохан стал полицейским, он служит в полиции. А теперь я захотел, чтобы Рави стал судьей, как и я. И брат Рави станет судьей. Аминь. Все тебя просто поздравляют. А я... дам тебе сладости. Да. Сначала я помажу тебе лоб. Тогда сможешь есть. Дядя! Дядя, мой велосипед! Папа! Велосипед? Какой велосипед? Вы обещали, что если пройдете, подарите мне велосипед. Велосипед? Когда это я обещал? Тетя, он же обещал! Обещал. Тогда пусть она тебя купит. Мы ими торговать будем? Дядя уже принес тебе велосипед, посмотри. Это велосипед Мохита.
Я поздравляю всех с радостным событием в жизни Рави. Дядя, я люблю тебя! Спасибо! Сколько он стоит? Невестка, этот велосипед – подарок Мохиту от меня. А подарок не имеет цены. Он от чистого сердца. Просто она хочет напомнить нам, что ее семья очень богата, и что она сделала одолжение, когда вышла за меня замуж. Что бы вы ни думали, я спросила, Рави еще студент, а велосипед дорог, поэтому... Не нужно оправданий, я все понимаю. जिंदगी में खुशी है घड़ी दो घड़ी जिंदगी में खुशी है घड़ी दो घड़ी हर कदम पर नया इंतहा है चार दिन का सफर ये यहाँ है मुस्कुरा ले बहुत कम कमा है जिंदगी में खुशी है घड़ी हर कदम पर नया इंतहा है चार दिन का सफर ये जहां है मुस्कुरा ले बहुत कम समा है जिंदगी में खुशी है घड़ी दो घड़ी हर कदम पर वक्त के सामने आदमी कुछ नहीं वक्त के सामने आदमी कुछ नहीं आदमी पल की बस दास्ता लेके जाएगा क्या लेके आया था क्या
लेके जाएगा क्या सबकी मंजिल तो आखिर वहां है चार दिन का सफर ये जहां है मुस्कुरा ले बहुत कम समा है जिंदगी भी खुशी है घड़ी दो घड़ी हर कदम Юридический колледж имени Раджарама Чатрапати. Начнем учебное и судебное разбирательство. Этот человек обвиняется в убийстве. Все готовы? Да! Обвинение можете начинать. Спасибо, сэр. 24 января Киран пошел в бар Рокки. Там он ударил человека железным прутом по голове. И тот умер. Я хочу спросить вас, есть ли у человека право отнять чью-то жизнь? Если такого права нет, то наказанием должна быть смерть. Я возражаю, Ваша честь. Я согласна, что нет такого права забрать чью-либо жизнь. Но Киран тоже человек. Он часть нашего общества. Общество, которое создало эти законы. Сэр, в наших жилах течет кровь, и это хорошо. Но когда та же кровь будет пролита, это плохо. Киран убил человека. Почему он это сделал? Он наемный убийца? Нет. Нет, сэр. Тогда почему он совершил убийство? Потому что он был вынужден это сделать. Сэр, невозможно представить, что кто-то вынудил его убить человека. Обстоятельства. Обстоятельства вынуждают порядочного человека украсть. Обстоятельства делают из честного человека мошенника. И обстоятельства вынуждают человека стать жестоким. Эй, ты ослепнешь, если будешь столько читать. Твоя молодость зря проходит. Приходи ко мне. Повеселимся. Проваливай, бездельник. Бездельник. Привет, гуру. Привет всем. Вот эта птичка. Она будет моей. Привет, дорогуша. Зачем утруждаешь свои ножки? Зачем идешь пешком? Я на руках тебя буду носить. Пойдем со мной. Уйди с дороги. А если я этого не сделаю? Я слышала, что из-за таких выходок ты сидишь в одном классе по 4 года. Если не о себе, то подумай о своих родителях. Как ты чудесно говоришь. Так нежно. Давай-ка продолжим наш разговор наедине. Послушай, это так романтично. Скажи еще что-нибудь сладкое. А еще лучше спой мне. Рави, пожалуйста, помоги мне. Любовь моя. Прекрати хулиганить. Отпусти Мадху. Мадху не нужно отпускать, ее надо любить. Иди куда шел. Я сказал, отпусти Мадху. А что ты сделаешь? Только сунься! Я с тебя живого шкуру спущу. Проваливай. Пошли со мной, любовь моя. Начнем наш урок. Гуру, директор. Что?
Мадху! Что ты делаешь? Я пытаюсь пробудить в нем мужество. Он мог спасти меня от Винода. Ему нельзя было ввязываться в драку. Он попросил меня выручить тебя. Мадху, ты не знаешь, на что способен Рави в гневе, но я знаю его с детства. Когда ему было 10 лет... Что ты сказала моей сестре? А ну, повтори! И повторю, повторю, твоя сестра чокнутая! Всякий раз, когда он в гневе, то теряет рассудок. А что с тем ребенком? Он умер? Да. Поскольку Рави был ребенком, то его не могли судить и отправили в детский дом. Больше ничего такого не было. После смерти моей первой жены у меня остались двое маленьких детей. Им нужна была мать. И мои друзья и родственники уговорили меня снова жениться. Во время свадьбы это и случилось. Поздравляю, господин директор. Вы исполнили желание своего сердца, женившись в таком возрасте. А про свою жену вы подумали? Она будет счастлива. Она молода, ей нужен молодой муж. Кто исполнит ее желание? Рави, остановись! Рави, остановись! Спасите меня! Рави! Рави! Я сказал, остановись, Рави! Рави, я сказал, остановись! Это приказ! Ведь я просил тебя ни с кем не драться. Зачем ты избил его? Он ни в чем не виноват. Тот человек оскорблял меня, и Рави не смог этого стерпеть. Вы же знаете, что его гнев может однажды привести к тому, что он убьет. Поклянись мне, что ты никогда не будешь больше никого бить. Поклянись! Поклянись, Рави! Поклянись! Жаль, сэр. Рави! Рави! Рави, постой! Рави! Я не хотела тебя обидеть. Я не знала. Прости меня. Пуджа, иди сюда. Идите, идите. I love you.
Замолчите. Все прошло. तुझे कसम लव में जीना सनम लव में मरना सनम मोहब्बत से तूने यूं आकर मनाया शिकायत का हमने भी पर्दा गिराया मगर फिर कभी भी ना ऐसे सताना कि जहां से गुजर जाएगा ये दीवाना हमसे दीवाने सनम मिलती है दुनिया में कम तेरी नजर में सनम तस्वीर तेरी रहती है जो मांगे दिल इनकार करता हूँ जानम मेरी नजर में सनम तस्वीर तेरी रहती है Ты перешел все границы.
Я подам рапорт в исполнительный комитет с просьбой о твоем исключении. Сэр, вы забываете, что мой отец — председатель этого исполнительного комитета. Только поэтому ты все еще здесь учишься. Запомни одно. Никогда не дерись с Рави. Почему? Он что, гора или скала? Он может сделать дыру в горе, а может и сломать скалу. И никогда не задирай Рави. У него железные руки. Эта рука ничуть не слабее, сэр. Папа, вы как огонь. Каждый отец был бы счастлив это услышать. Но я хочу видеть, как ты станешь Богом в своем деле. Продолжай практиковаться. Концентрируйся. Не отвлекайся. Никогда. Юсуф Патель. В чем дело, господин Джейкл? Почему оплата от Курла и Викроли не поступала? Ты должен пойти и получить долг. Немедленно отправляюсь. Ядная Шетти. Что, босс? Сегодня идешь в Алибаок. И что там делать? Придет лодка с боеприпасами. Возьми машину и деньги. Заберешь товар и позвонишь мне. Где я должен держать товар? Ты должен его переправить в другое место. Да, хорошо. Я позже скажу, куда именно. Да, хорошо. Чакраварти? Да, сэр. Что с партией наркотиков? Это все Ранджит. Он ограбил грузовик, в котором везли товар. Папа, нет, мы не простим ему это. Мы преподадим ему урок. И это... сделаю я. Thank you.
Давай. Вы совершенно правы. Пока гангстеров и бандитов поддерживают наверху, полиция будет дискредитирована в глазах общественности. Но полиция еще и беспомощна. Именно поэтому, когда происходят бандитские разборки, полиция закрывает глаза и уши. Преступники убивают друг друга. И закон ничего не теряет, даже выигрывает. Рави, ты идешь со мной на рынок. Каждый раз, когда я прошу Камну, она говорит, что должна идти на репутацию. Не репутацию, госпожа судья Сабнатх, репетицию. Пойдем, Рави. Но, мама, я не хочу. Вы так много торгуетесь. Не расстраивайся так, съешь яблочко. Брат, нет, скажите, что нужно. Я пойду и сам куплю. Я не хочу, чтобы ты покупал втридорога. Вы так раздадите все деньги. А когда вы сбиваете продавцам цену, вы также кого-то грабите. Папа прав. Теперь я скажу, Рави, иди со мной. Папа, скажите что-нибудь. Ты должен пойти, ведь мама высший судья этого дома. Что я буду там делать? Все смеются надо мной. Ты должен идти. Рави, тебя к телефону. Кто там? Какая-то девушка. Девушка? Девушка. Девушка. Нет. Девушка? Подружка, подружка. У меня нет подружки. Почему нет? Как доктор, я бы порекомендовал. Одна подружка на ужин, и доктор не нужен. Ответь на звонок. Да. Осторожно. О, боже. Привет. Рави, это я, Мадху. Почему ты звонишь? Мне нужна книга по криминалистике. Я не помню, куда свою дело. Да, у меня есть. Я дам ее тебе завтра в колледже. Нет-нет, она мне срочно нужна. Я могу за ней приехать. Нет-нет-нет, не приезжай. Я... Лук и прочее. А куда я иду? Да, я иду на овощной рынок. Овощной рынок. Папа? Папа, как вы сюда упали? Книга. Отсюда. Оставьте это, а то опять упадете. Я упал вниз головой, и мы с тобой поменялись. То есть? В детстве я вытирал тебе лицо, а теперь ты вытираешь меня. Папа. Возьми вот книгу. Криминалистика. Ты говорил о ней, когда ты... Папа, этот звонок был предлогом, чтобы встретиться с Рави. Ладно. Это? Это. Рави, это кто? Кто это Рави? Это тот Рави, чью тень восхваляют поэты. Восхваляют? Кто он такой? Он как сестра, необходимый и желанный. Желанный как сестра. Ты пытаешься научить меня хинди? Папа, вы же мой папа. Да. Разве я могу научить вас чему-нибудь? Но вы слабы в хинди, поэтому для вас я напишу это на английском. Когда вы решите эту загадку, вы все узнаете. Возьмите. А теперь... Ах да, я пойду на овощной рынок. Овощной рынок? B-U-L-O-V-U. B-U-O-V-U. V-U-O-B-U-L, V-U-O-B-U-L, нет. V-U-L-U-B, V-U, люб, нет. Любовь. Любовь. Что это? Любовь, любовь. Моя дочь улюбилась, любовь. А при чем тут рынок? Брат, на прошлой неделе это стоило 8 рупий за килограмм, а сегодня уже 16. Мамаша, на прошлой неделе мне был один ребенок, а на этой уже двое. Тихо. Ладно, сколько стоит шпинат? Пучок 2 рупии. 2 рупии? Да, 2 рупии. Пошли, Рави. Ну, матушка, а сколько вам надо? Мне надо 6 пучков. Ладно, дам 6 пучков за 10.
Нет, не дам больше 6 рупий. Никак не меньше 10. Мама, давайте остальное купим потом. Потом? Пойдем. Да, пошли. Вон там есть хорошие овощи. Рави, привет. Я тут с мамой. Рави. Иду, мама. Послушай меня. Тут свежие овощи. Пока вы будете торговаться, они завянут. Прошу тебя, уйди. Минуточку. Рави. Иду, мама. Рави, послушай меня. Рави, что ты там делаешь? Иду, мама. Неси сюда сумки. Да иду, мама. Ну вот, все упало. Я же говорил, что буду занят. Теперь, если мама это увидит, то я труп. Сначала пообещай мне свидание. Хорошо. Где? Где? Рави? Где? Почему все на земле? Сумка упала. Как? Вот так. Это из-за меня он все уронил, сожалею. Ничего. На озере завтра. Вот, возьми. На озере? Что вы будете делать на озере? У ее отца на озере картофельное поле. Пойдемте уже, мама. Мадху, я хочу жениться на тебе. Но я не могу. Почему? Не могу это сделать без разрешения отца. Так спроси его. Как? Ты хочешь, чтобы я пошел и попросил разрешения у своего отца? Это невозможно. Тогда это сделаю я. О, тогда мы уж точно не поженимся. Ты же знаешь, в нашем доме родители выбирают невесту. Сам парень не может выбрать девушку. Тогда... Телеграмма. Телеграмма. Помните сегодняшний диалог? Сегодня я была в ударе. Мадху, иди медленно. И смотри на меня. Ты ничего вокруг не видишь. Что? Я что, слепая? Ну да, все влюбленные слепы. Хорошо. Рита, ущипни меня. Что? Ущипни меня. Рита, не так сильно. Да что с ней такое? Брат Рави. Камна, что ты здесь делаешь? А, да, у тебя была репетиция. Камна, это... Мадху. Мадху, это толстушка, моя младшая сестра. Как тебя зовут? Боже. Ах да, Камна. Привет. Когда пойдешь домой, захвати побольше сладостей. Зачем? Потому что я всем расскажу эту хорошую новость. Камна, послушай меня. Послушай, ты не сделаешь этого. Послушай меня. Возьми 100. Взятка. Ну да, это нехорошо. Хорошо, хорошо, давай, без проблем. Но ты это никому не скажешь? Не рассказывай никому о Мадху и обо мне. Никогда эти купюры замкнули мне уста. Я не могу сказать вам имя девушки. Почему не можешь? Потому что обещала кое-кому не произносить ее имя. Ты обещала не говорить? Да. Дай мне ручку и бумагу, заловка. Ты же можешь написать, не так ли? Ну да, я могу написать. Да, да, да. Что? Но? Мад? Но по-английски это сумасшедшее. О, кто не становится сумасшедшим от любви? Брат, имя еще не дописано. Мадху. Мама, не та ли эта девушка, что звонила в тот день? И на рынке мы ее встретили. Это девушка или овощ? Моэп? Да, дедушка. Позови своего дядю. Да, папа. Рави, что это я слышу? Что? Ты любишь эту девушку? Да. То есть нет. Но мы решим вопрос о браке только после встречи с девушкой. Но... Пригласи ее завтра. Но завтра она... Это мой приказ. Договорились? Она здесь, здесь! Она здесь! Супер! Что? А, да. Мадху, это моя... Здравствуйте. Невестка, это Мадху. Мадху, это... Мама.
Папа! Отец! Почему ты плачешь? Отец! Я очень люблю Рави. Если вы не примете меня, тогда я умру, отец. Говоришь, любишь его? Очень люблю. Если ты его так любишь, тогда и мы полюбим тебя тоже. Вся наша семья верит в любовь, моя дорогая. Рави, иди сюда. Кто я? Да. Иди. Да, папа. Мы с твоей мамой даем вам разрешение на брак. Благословляем вас. И что теперь? Ах, да. प्यार में हम दी
Ты пообещал мне, что больше никогда ни на кого не поднимешь руку. Держи слово. Держи слово, Рави. Держи. Эй, слабак, ты наябедничал на нас директору? Но берегись. Рави. Мадху. Рави! Агарвал. Агарвал, как судья вы не можете так поступать с королевой. Заберите своего коня, или мой слон его съест. Рави? Рави? О, нет. Принесите аптечку. Что случилось с Рави? Винод и его друзья избили его. Но он даже не поднял руки. Данная вам клятва убьет его однажды. Сомнатх, вы взяли с Рави эту клятву, потому что боялись, что он может в гневе кого-то убить. Ваш страх имел основание, но теперь эта клятва связала руки Рави и не дает ему жить. Рави не мог вынести, когда оскорбляли его сестру. Рави не мог вынести, когда оскорбляли его учителя. Теперь Рави должен покорно выслушивать, когда оскорбляют его подругу, братьев и даже отца. У него нет возможности даже защитить себя. Такой жизни вы ему желаете? Возьмите с него клятву не нападать ни на кого, но не запрещайте ему защищаться. Сделайте это. Сынок Рави, люди умирают от укуса змеи, но они боятся змеиного шипения больше, чем ее яда. Клятва, что я взял с тебя, не требовала, чтобы ты перестал быть храбрым. Главное, чего я хотел, чтобы ты контролировал свой гнев. Поэтому сейчас я освобождаю тебя от клятвы. Да. Джейкл дома? Да, пройдите за мной. Вы доставляете деньги и получаете товар. Отлично. Джейкл, сэр. Завтра, отлично. Кажется, мы не встречались. Нет. Ты за деньгами? Я плачу полицейским. Ты не из них? Нет. Тогда зачем ты пришел сюда, да еще в форме, тратить мое время? Сейчас я пришел сюда не как офицер полиции. Я пришел как старший брат поговорить с вашим сыном. Эй! Что ты хочешь мне сказать? Вчера ты со своими дружками избил моего брата. Да, было такое. Я слышал, что ваш брат невероятно силен. Не кулаки, а скалы. Но он слабак. Еще в детстве он дал клятву, что ни на кого не поднимет руку. Но сегодня он свободен от этой клятвы, и он может запросто сломать твою челюсть.
Офицер, попридержи свой язык. Иначе Джейкл поможет тебе отделаться от него. Как смеешь ты при мне так говорить о моем сыне? Сын Джейкла сильнее всех. Ему стоит только чихнуть, как твой брат улетит туда, где ты его не найдешь. Джейкл, когда солнце встает, луну перестают замечать. Вы хотите увидеть? Вы хотите увидеть силу моего брата? Да, пойди и приведи своего брата. Я посмотрю, сколько в нем силы. Встретимся сегодня вечером на ринге, в колледже. Пойди, приведи его туда. До вечера. Правая рука очень сильна, сломай ее. Это фол. Это фол. 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 Это фол. Фол ему! Я брат. Давай, Винод. Вставай, Рави, вставай. Давай, Рави, вставай, не сдавайся. Возвращайся на ринг, вставай, Рави. Ну что, инспектор, ты сказал, что твой брат придет сломать мне челюсть? Разве я не говорил тебе, что твой брат слабак? Слабак! Чего уставился? Сегодня ты доказал, что твоя семья — кучка слабаков. Давай, давай!
хочешь еще драться с моим братом? Не волнуйся, сынок. Они еще не знают Джейкла. Они еще не знают меня. Я вырежу эту семью, как ветки на дереве. Нет. Не нужно их убивать. Не так страшно, что меня избили. Но смех сестры Рави... Смех той змеи все время звучит у меня в голове. Я клянусь, отец, я сделаю так, что она никогда не будет больше смеяться. Сэр, мне сделать ли надо укол? Нет, я пойду. Это моя обязанность. Дайте мне знать. Спасибо. Ты смеялась надо мной, не так ли? Ты так сильно смеялась. Теперь ты никогда больше не будешь смеяться. Ты никогда не будешь смеяться. Никогда. Ты запомнишь этот день. Камна? Девочка, а... Что это? Брат. Брат. Винод. О, Боже. Что случилось? Мохан, Рави, сюда. Что случилось с Камной? Почему ты молчишь? Что случилось? Что случилось, брат? Что случилось? Авария? Брат, почему ты ничего не говоришь? Что случилось? Камна? Камна. Почему она без сознания? Дорогая Камна. Отец, пожалуйста. Брат, брат, скажи что-нибудь. Что случилось? Пойдем. Рави, Мохан, пойдемте со мной. Садитесь, садитесь. Отец, в чем дело? Что случилось? Я скажу вам... Что случилось? Но вы должны держать себя в руках. Отец, да скажите же, что случилось? Что случилось? Вы не должны поддаться гневу и... Мохан, ты должен наказать его по закону. Кого? Того, кто... Вы оба будете держать себя в руках, иначе будет только хуже. И наше имя будет опорочено в глазах общества. Семья будет опорочена. Камна... Камна изнасилована. Кто он? Винод, сын Джейкла.
Отпусти меня, брат! Отпустите! Что ты делаешь? Не устраивай самосуд! Отпустите меня! Остановись! Отпусти меня, брат! Отпусти меня, брат! Не нужно самосуда! Отпустите меня, отец! Отпустите меня! Нет пощады этому подонку! Отпустите меня! Остановись! Остановись! Это мой приказ! Остановись! Да, приказ, 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 и я подчиняюсь приказам. Гнев, враг разума, сын мой. Мы должны обдумать любой шаг, который предпримем. Но мы должны поступать в рамках закона. Закон тут совершенно бесполезен. Нет такой силы и власти, которая восстановит непорочность Камны. И, папа, приказ есть приказ. Послушай. Пусть все, что ты сказал, не выйдет за эти стены. А Камна? Не нужно ей помнить такое. Пусть забудет все, как дурной сон. Я не могу забыть. Я не буду забывать. Дорогая, подумай о своем будущем. Отец, я все решила. Я должна наказать Винода за то, что он сделал со мной. Я вызову его перед всем миром и спрошу его, это что? Преступление быть женщиной? Почему я должна покорно страдать? Я борюсь не только за себя. Я буду бороться за всех девушек, таких как я. Если вы все не хотите мне помогать, не помогайте. Но ради Бога, не стойте на моем пути. Если брат Мохан не сможет принять мою жалобу, тогда я обращусь в другое отделение полиции. Если я не добьюсь правосудия в суде отца, тогда я пойду в другой суд. Если есть закон и правосудие в этой стране, Винод получит по заслугам. Преступник должен быть наказан. Сегодня я клянусь перед всеми. Я увижу, что преступник будет наказан. Девочка, не плачь, мы все с тобой. Мы с тобой. Отец. Да, дорогая. Ему не избежать правосудия. Арестуйте его. Что это, офицер? Ордер на арест вашего сына. Обвинение? Его предъявят в суде. Преступление нужно еще доказать. Для этого достаточно свидетельств. Все ваши свидетельства ничего не стоят для Джейкла. Это будет решено на поле боя. То есть в суде. Папа! Папа! Посмотрим еще, кто будет вести это дело. Ладжванти, я судья, и это моя обязанность вершить правосудие. Но эти звонки — угрозы. Если тот, кто вершит правосудие, будет бояться этих угроз, то общество превратится в джунгли. Закон связал мои руки. Своими руками убил бы насильника. Баблу, поспеши, после школы твоей маме надо ехать к своим родителям. Я готов, папа. Хорошо.
Гейквард. Я тут, сэр. Вот твоя награда. С тобой приятно иметь дело. Это моя работа, убийство. Я с ней отлично справляюсь. Ни один человек в мире не сделает эту работу лучше, чем я. Зовите меня в любое время, когда понадобится. Гейквад из Насик. Пикнуть не успеете, я уже тут. Ладно, еще увидимся. Господин Панда. Сэр? Ты послал цветы всем судьям? Да, сэр, и в каждом букете шип. Очень хорошо, господин Панда, очень хорошо. Этот шип пронзит грудь каждому судье Верховного суда Индии. Верховный суд Индии, я пришел не просто с жалобой. У меня есть убедительные доказательства моих слов. Более 4 месяцев назад дело моей дочери было передано в суд. Слушание до сих пор не началось. Почему? Потому что к шее правосудия приставили нож. Кровью судьи огорвало все еще покрытые стены суда. Все судьи понимают, это могла быть их кровь. Они в ужасе и страхе. И все вокруг знают, чьих рук это дело и для чего все происходит. Когда дело доходит до суда, то судья или в отпуск идет, или ложится в больницу. Это не я говорю. Судебные отчеты так говорят. Я только хочу знать, сколько это еще будет продолжаться, и начнется ли когда-нибудь слушание. Без колебаний скажу, что я также являюсь членом вашего суда. Я также изучил закон и знаю закон. Я соблюдаю закон. Я служил закону в течение 30 лет. Теперь пусть закон послужит мне. Соблюдая закон, я наказывал преступников в течение прошедших 30 лет. Я отдавал все свои силы. Почему сегодня я должен стоять и ожидать справедливости? И думать, кто будет вершить правосудие? Когда он это сделает и как он это сделает? Я хочу правосудия. Моя дочь хочет правосудия. И если этот случай представляет опасность правосудию и его представителю, который будет вести это дело, тогда я готов рискнуть. Я готов рискнуть своей жизнью, пожертвовать собой для торжества справедливости. Мой послужной список дает мне право так говорить. Я выполнял свой долг крайне добросовестно. Я никогда не позволял себе выйти за рамки закона. И я обещаю, я уверяю вас, что я никогда не сделаю этого. Господин Самнатх, у нас нет ни малейшего сомнения в вашей компетентности. Но в демократической стране любой может спросить у правительства, как может отец вынести справедливый приговор по делу его дочери. Дайте нам 2 недели. Мы приложим все усилия, чтобы удовлетворить вашу просьбу. Уверяю вас. Судья Самнатх получил разрешение Верховного суда. Рави, что ты здесь делаешь? Отец, я хочу пойти с вами. Нет, дорогой. Ты же знаешь, чего мне стоило добиться этого суда. Я не хочу, чтобы из-за чего-нибудь все сорвалось. Отец, я... Я волнуюсь за вас. Сын. Дорогой. Мохан обеспечит нам безопасность. Иди домой. И пока мы в суде, пожалуйста, не выходи из дома. Хорошо. Берегите себя.
отец. Камна. Милый, ты вернулся? Кровь? Где твой отец и Камна? Мама, где Рави? Наверху. А брат Викрам? В своей комнате. Ты что-то забыл? Это... Почему он напуган? Брат Мохан? Ты же пошел в суд с отцом. Да, Рави, Мохан принес сообщение отца. Что? Ты еще молод, поэтому отец беспокоится о тебе. Он хочет, чтобы ты был терпелив и хладнокровен. Ты должен управлять своим гневом. Ты сможешь, не так ли? Брат, ты... Послушай, ты будешь себя контролировать, правда? Все мы тебя очень любим. Послушай, мы не хотим, чтобы у тебя были проблемы. Брат, что ты хочешь сказать? Обещай мне, сынок, что в любом случае ты не будешь устраивать самосуд. Брат, что ты хочешь сказать? Ты не будешь убивать. Брат, что ты хочешь сказать? Даже тех, кто убил нашего отца и Камну. Нет! Нет! Отпустите меня! Отец! Рави! Рави! Отец! Рави! Контролируй себя, Рави! Отпустите меня! Отпустите! Отпустите меня! Отпустите! ससुराल जाए अकेली जाने कैसा घर है बेकार सुलझे नहीं ये पहेली जिंदगी जिंदगी की दुल्हन छोड़ जाएगी तन डोली चढ़ जाए कब ये जवान चार दिन का सफर ये जहां है मुस्कुरा ले बहुत कम समा है जिंदगी में खुशी है घड़ी दो घड़ी हर कदम पर नया इम्तिहान है चार दिन का सफर ये जहां है मुस्कुरा ले बहुत कम समा है дядя чача дядя где дедушка и тетя скажите дядя все говорят что они пошли к Богу А те, кто пошел к Богу, никогда не возвращаются. Дедушка никогда не придет? Дедушка придет. Конечно, дорогой. Дедушка, конечно, придет. Если открыть наручники. Мохит? Да. Ты хочешь увидеть дедушку? Да. Сделай кое-что. Возьми ключ в ящике у папы. И открой наручники. Давай. Я сейчас. Да.
Брат, смотри. О, нет. Мама! Рупа! Кто освободил Рави? Кто? Я! Зачем? Дядя Рави сказал, что если я его освобожу, он привезет дедушку и тетушку. Нет. Доброе утро. Доброе утро. Это решение об освобождении. Освобождение кого? Моего сына Винода. Заявителя призвали к Божьему суду. Поэтому дело отозвано. Я приехал, чтобы забрать своего сына. Ядхов. Да, сэр. Приведите Винода. Винод, ты свободен. А что я говорил? Никакой суд в мире не может наказать моего сына. Нет, сэр. Это неправильно. Так не должно быть. Я знаю, но мы вынуждены так поступить. У нас предписание суда. Сэр, Винод на свободе рискует своей жизнью. Боже. Мой младший брат Рави сбежал из дома. Его сжигает жажда мести. Рави ненавидит Джайкла и его сына. Он отомстит. Нет. Вы должны остановить своего брата. Это ваш долг. Знаете ли вы, что сегодня вечеринка у сына Джайкла Винода? Тогда Рави точно будет там. Разрешите идти, сэр.
Доброе утро. Доброе утро. Куда едете? Везу ее в колледж. Это моя дочь, Кавита. Здравствуйте. Привет. Какой колледж? Равиндранати Витхиалай. Давай я подвезу. Спасибо. Сэр, она очень известна в колледже. Она получила там много призов. Сэр, мое единственное желание, чтобы она стала известной танцовщицей. Госпожа? Да. Вас вызывают. Идите, я переоденусь и приду. Кто вас звал сюда? Я пришел предупредить вас, Джайкл. Вам с сыном грозит опасность. Тигр вырвался из клетки. Поздравляю. Спасибо. Поздравляю. 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 Пока. Послушай, офицер. Мальчишка, как и его брат, не посмеет пролить кровь Джейкла.
Отпусти меня! Отпусти меня! Отпусти меня! Отпусти меня! Прости меня! Прости меня! Прости меня! Нет! 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 Удар! Тут бомба! Помогите мне! Помогите мне! Ты хочешь умереть? Нет. Мне нужен Рави, живой или мертвый. Найдите этого негодяя Рави. Найдите Рави и перережьте ему горло. Не нужно меня утешать. Убейте Рави. Да, господин Джейкоб. Я преступник. Я не знаю, что мне делать. Не бойся, я буду с тобой. Мой путь — путь смерти. Я не хочу, чтобы... Я не спрашиваю, что ты хочешь. Я говорю, что хочу я. Я так решила. Я так решила. Кто дал тебе право на такое решение? Ты моя дочь, моя дочь. Я воспитывал тебя. Все эти годы я упорно трудился, чтобы обеспечить тебе образование и хорошую жизнь. И ты... Ты хочешь бросить все это к его ногам? Погубить себя? Папа, я не могу жить без Рави. Пока я жив, я не позволю тебе наделать глупости и погубить свою жизнь. Убирайся из моего дома! Убирайся! Подожди, Рави! Мадху. Твой отец прав. Я преступник. Меня ждет смерть. Нет. Нет, Рави. Мадху, будь благоразумна. Его арестуют рано или поздно. И он будет повешен. Он не будет повешен. Да, он убил. Но почему? Почему он убил? Для закона это не имеет значения? Не спросит его судья, прежде чем вынести приговор, почему он убил? Папа, люди убивают за богатство, землю и женщин. Но причина, почему убил Рави, не богатство, земля или женщины. Обстоятельства заставили его убить. Ты же помнишь, как погибла его сестра? Мертвое тело его отца призывало к ответу. Его отец, который вырастил его, и которого он любил, был подло убит. Я также убила бы, будь я на его месте. Вы также убили бы. Но ни вы, ни убийца, ни я. Рави не хотел убивать людей. Он был вынужден. И папа, я с ним. Теперь, что бы ни случилось, мы вместе. Пошли, Рави. Стой, Мадху. Алло, полиция?
Я очень хочу, чтобы на моей свадьбе была мама. А без женитьбы я не могу быть с Мадху. Бог создал благородство в этом мире после встречи с вами. И с Божьей помощью мы сыграем свадьбу. У вас свадьба? Не моя. Может быть, когда-нибудь в благоприятный момент, Рави, твоя семья придет, чтобы благословить меня. Но они благословят вас, а не меня. Наденешь тюрбан жениха и станешь моим двойником. Ом мангалам Бхагавану Вишну, мангалам Гарудадхваджам, мангалам Кундаликакше. Мохан, что ты здесь делаешь? Рави сбежал с Мадху. Что делать? Работа есть работа. Иди, благослови их. Пойдем. Это тоже твой долг. Да благословит вас Господь, дорогие мои. Брат, примите также благословение господина Мохана. Благослови Господь. Отлично. Матушка, как свадьба? Ракешу повезло. У него семья. Вот если бы и наш Рави, неизвестно, где он. Если бы и он женился, я бы умерла спокойно. Матушка, зачем говорить о смерти? Позвольте мне сначала поздравить вас со свадьбой Рави. Что? Что ты говоришь? Вы его благословили. Рави? Да. Человек в тюрбане, жениха, не Ракеш, это был Рави. А в свадебном платье была Мадху. Точно? Ты говоришь правду? Я сам видел, матушка. Почему я должен был сказать? Почему? Потому что ты уважаемый гражданин этой страны. И это твой долг помочь закону. Ты знаешь, полиция ищет Рави. Он убил Винода. А что насчет убийц нашего отца? Убийц нашей сестры, Камны? Почему полиция не искала их? Ты считаешь Рави преступником? Я считаю, что он герой. С точки зрения закона, он жестокий убийца. Но для меня он герой с мечом правосудия. Какое бы решение ни принял Рави, я... Доктор Викрам, уважаю это решение. Поддерживая Рави, ты также совершаешь преступление в глазах закона. Тогда арестуй меня. Если ты блюститель закона, то почему Джейкл до сих пор свободен? Он держит ваш закон в своем кармане. Если у тебя есть мужество, попробуй арестуй его. Ты ничего не можешь сделать. Thank you.
все идите наверх. Идем. Рави. Быстрее. Зачем? Рави, кто это? Неважно. Давайте быстрее, садитесь. Я ваш друг, давайте. Враг моего врага мой друг. Именно поэтому я спас вас от людей Джейкала. Что это был за фургон? Это был фургон Марути. Хоть Марути, хоть самого Бога, но куда они пропали? В нашем бизнесе наркотиков и незаконного оружия Джейкал номер первый. А я на вторых ролях. Выясните, у кого есть синий фургон Марути в этом районе. У меня есть только одна цель в жизни. Убить Джейкла и захватить первенство в бизнесе. Убейте Рави. Я знаю, что вы с Джейклом враги. Она твоя жена, верно? Убейте Рави. У меня есть только одна цель в жизни. Убить Джейкала. Дай пять.
Хотите жить? Скажите, где Джейкал? Нет. Нет. Я скажу. Нет, отпустите меня. Я скажу. Комиссар, в этом городе есть закон? Рави как с цепи сорвался. Он преследует меня, и я хочу, чтобы полиция обеспечила мне защиту, пока он не убил меня. Инспектор Мохан, вы читали, что написано в газете о полиции? Да, сэр. Арестован? Нет, сэр. Доказательства? Только трупы. И трупы молчат. Ваш брат Рави. Рави делает все это. Вы читали передовую статью? Если нет, то прочтите. Ваше имя не названо. Но все указывает на вас. Вы не арестовываете преступников, потому что ваш брат один из них. Сэр, эти обвинения ошибочны и необоснованы. Фантазия больного рассудка. Сэр, пока я ношу эту форму, для меня на первом месте долг, а затем родственные узы. Вы? Почему вы здесь? Почему ты с Джейклом? Твой отец хотел видеть тебя известной танцовщицей, верно? Однажды, когда я приехала из колледжа, головорезы Джейкала похитили меня и привезли к нему. И когда я попала туда... Папа! Папа! Нет! Он хотел дать показания против меня. Нет! Я отправил его в мир иной. И что ты думаешь? Что ты улизнешь? Нет. Я дам свидетельские показания против тебя. Вот твой любимый. Вики? Ты его очень любишь, не так ли? Хочешь увидеть его труп? Я слышал, ты очень хорошая танцовщица. Отныне ты будешь танцевать для меня. Нет. Вики! Посадите его в клетку. Что я могла сделать? Что я могла сделать? Мне жаль. Очень жаль. Но зачем? Вы приехали сюда. Я приехал из Рави. Рави? Где Рави? Если вы найдете своего брата, спрячьте. Люди Джейкала ищут его. Если они найдут Рави, Джейкал его убьет. Мне нужна твоя помощь, Кавита. Любая информация о моем младшем... Кто-то идет. Вам нужно уходить. Я сделаю, что смогу. Сэр, вы вызывали? Мои люди даром едят хлеб. Никто до сих пор не смог найти Рави. Гейквот, на тебя вся надежда. Конечно. До сих пор я справлялся с любой работой, что вы мне поручали, не так ли? Вы велели убить судью Агарвала, и я устроил эту аварию. Я взорвал джип судьи Самнатха с дочерью. А что вы хотите теперь? Говорите. Убей Рави. Сэр, что? Вы должны будете покинуть это безопасное место. И что тогда? Когда Рави узнает об этом, он постарается вас убить. Но, сэр, прежде чем он нападет на вас, я нападу на него. Я никогда не умираю. Я убиваю. Хорошо, завтра я вылетаю. Спасибо, Кавита.
Слушаю. Сэр, не выходите из самолета без моего сигнала. Хорошо. Что такое? Куда он делся? Скажи ему, чтобы выходил. Да, как скажешь. Давай. Не убивай меня, прошу, не надо. Алло. Сэр, я убил его как крысу. Отлично. Я не умру. И больше никогда никого не буду убивать. Теперь Гейквад возвращается домой в Насик. Боже, боже мой! Пустите! Не трави! Пустите меня! Он сбежит! Пустите меня! Не устраивай самосуд! Брат, отпусти меня! Стой, Рави! Невестка? Здравствуйте, мама. Здравствуйте. Куда ты спешишь? К моему Рави. Я не позволю тебе никуда идти. После больницы мы пойдем домой. Я буду счастлива держать сына Рави на своих руках. Он пришел в себя. Рави, дорогой, ты напугал нас. Мадху знает. Пока Джейкл жив, Рави не может умереть. Брат Мохан, я хочу что-то сказать тебе. Да, Рави. Не здесь. Там, где... никто не сможет увидеть и услышать. Брат, говори, Рави, в
чем дело? Когда в человеке умирает милосердие, он тоже умирает. Джейкл и Ранджит давно мертвы. Мы должны отправить их сюда, к трупам, чтобы честные и невинные люди жили в этом городе без страха. Сперва скажи, почему ты был с Ранджитом? Я стал на его сторону, чтобы как можно больше узнать о нем и Джейкале. Враг моего врага, мой друг. Именно поэтому я спас вас от людей Джейкала. Итак, что ты скажешь? Он такой же зверь, как и Джейкал. Я передам всех их в руки закона. Брат, я собрал доказательства против всех этих преступников. Доказательства? Где доказательства? В папке. Я хочу отдать вам эту папку, чтобы от банды преступников в нашем городе и духу не осталось. Папка с доказательствами и кассета, что дала Кавита. Теперь ничто не спасет Джейкала и Ранджита от смертной казни. Давай, брат. Слушай, да. Этот негодяй наш враг. Мы отомстим. Придется подружиться с Джейкалом. Но он все еще под арестом. Джейкала никто не остановит. Ашок, прыгай! Харе Кришна, Харе Кришна! Сатте боло! Рам нам! Сатте боло! Сатте боло! Рам нам! Сатте боло! Атакуем!
Алло? Что? Что случилось, Мадху? Что? Брат Мохан тоже. За вас! Отлично! Я очень счастлив. Мои поздравления! Гирлянда для вас! Господин Джейкл, мои поздравления. Сэр, ваше спасение – здоровенная оплюха закону. Поздравляю, сэр. Спасибо, большое спасибо. Сегодня я хочу тоже сделать тебя счастливой. Ты сдержала свое обещание и поддержала меня. С сегодняшнего дня ты и твой любимый свободны. Join Station.
Кавита, ты надеялась, предавая Джейкла, что Джейкл позволит избежать смерти? Рави, у Джейкла очень острый слух. Я знаю, что ты где-то здесь. Выходи, если хочешь сохранить жизнь своей жены. Выходи! Я считаю до трех. Один. Я застрелю твою жену на счет три. Два. Три! Нет. Я здесь. Ты забрал у меня сына. Я заберу твою жизнь. Нет! Убивай негодяя. У него есть доказательства против нас. Смотри сюда. Если хочешь спасти свою жену, тогда дай папку, которую ты собирался дать своему брату-инспектору. Хорошо. Только отпусти Матху. Сначала отдашь папку. Вы с Бихари ждите нас здесь. Хорошо, сэр. Давай, двигай. Thank you.
Немедленно перекройте все дороги в город. Рави не должен попасть туда с папкой. Вперед! Пригнись. Как ты, Рави? Ты цел? Матху. Рави. Пойдем.
Стой! Зачем нужно размахивать ножом? Сестре плохо? Да. Давайте, садитесь. Большое спасибо. Сэр Даджи, нам в больницу. Да, сэр, славься, Кришна. Большое спасибо вам. Все нормально, быстрее к врачу. Рави. Позаботьтесь о сестре. Эй, возьмите ее быстрей. С тобой все будет в порядке. Ничего не случится. Держись, держись. Убирайся. Джейкал! Ты убил моего сына. Теперь я не успокоюсь, пока всю твою семью не отправлю к твоему отцу, сестре и брату. Хорошо, спасибо. Рави, Рави, что случилось? Отдай эту папку комиссару полиции. Я хочу сам сдаться закону. Как Мадху? Рави, у тебя сын родился? Ты отец? Пойдем, Рави, пойдем. है घड़ी